Максим, где скорость? Ты на ходу должен это делать. Бля, если честно, немножко очково. Это же совсем рядом, по сути дела. То есть да. Мы катались вдоль этого водного канала, но так вот, блядь, такую трассу я вообще не знал. Вообще не знал. Это наши местные сами делали. Сейчас самая жопа, это будет мое творение, будешь вспоминать. Ведь это еще впереди. Подожди секунду, я просто немножко после, блядь, такого перерыва подзабились руки. Что-то... Блять, ну то, что кнопка сломалась, блять, это, конечно, обидно. Смотри, тут твоя боль. Здесь подъеме, там надо открыться, вообще не очковаться, чтобы ты перескочил. Ой, блядь, это ты делал? Да. Ну как ты, вот на Four Seasons, пожалуйста, это B2 трасса, это Open Hobby, ваша трасса. По факту, да. Там просто не надо очковать, закрываться. Еще раз пробуй, еще раз пробуй, не ссы. Больше газу, ты что-то тебе повело. Ну я немножко очканул, да. Ну. Давай спускайся еще раз. Ну вставать надо еще, а я сидя ехал. Я заснял! Глуши! Так, блядь, кнопка не работает. Держать. Сладко-жареное мучное убрать. Зачем жить-то? Ну так по сезонс, а потом, пожалуйста, заново можешь. Слушай, скажи мне. У меня такой план. Какой ты изотоник покупаешь? Так себе, конечно. Я хочу эти колеса поставить вертикально, переезжать.
Да, Руслан. На скорости. Ну, блядь, как-то так. Ну, переехал и переехал. Тренируйся, не ной, давай. Да я как бы не ною. Ты начинаешь. Спускайся спокойно, газку вверху просто чуть налево. Как говоришь, Руслан? Едь, что стоишь, говорю. Ага. Я каким-то чудом, походу, доехал. Мужик, все, Б3 можно ехать. Да, бля. Я устал, как, блядь, свин, блядь. Упс! Я хочу сюда заехать. Бля. Мужик! Да, может, сюда, может. Мужик! Вообще мужик! Ты знал, ты знал. Ты начинай. Ну извини, не было контента. Ну, блядь. Раз в другой раз. Блядь. Ну круто вообще, блин, такой рельеф. Вообще. Слушай, зацеп сегодня классный, да? То есть не размазано ничего, ну. Гребет.
Бля, это было пиздец как страшно. Ну красиво. Ты видел, я чуть в дерево. Ну.